Есть ли прогнозы, может быть, какие-то предположения? Ну, вот сейчас в Китае там, да, снова какая-то вспышка. Есть ли прогнозы, что что-то у нас появится в Казахстане, что заставит Ну, нас, может да, быть, вот одеть маски, мы сейчас антисептики ведем взять? мониторинг, и Министерство здравоохранения ведет мониторинг, нам все время присылают данные по статистике в мире. И мы видим, что на сегодня в мире идет регистрация, хотя в целом снижение, но регистрация случаев есть. По Китаю новый подвид омикрон стилс, да, выявлен. В Казахстане проводились секвенирования, но такого вида у нас еще не выявлено. Поэтому сейчас мы проводим работу и разъяснительную, встречаемся с коллективами, продолжаем вот эту работу по вакцинации коронавирусной инфекции. Потому что сейчас необходимо получить третью дозу, потому что иммунитет мы видим, что через 6 месяцев уже снижается. И